Штайнмайер выступил за возобновление работы Совета России и НАТО. Глава МИД Германии считает, что военные обеих сторон должны использовать возможности для обмена информацией во избежание рисков. Глава немецкого внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер на полях встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе заявил о необходимости восстановить деятельность Совета России и НАТО. «Мы живем в мире, полном рисков, и если есть возможность снизить их при помощи обмена информацией, то мы должны эти возможности использовать. Сюда можно отнести и Совет России и НАТО, на каком бы то ни было уровне», — отметил Штайнмайер. Государственные немецкие СМИ также сообщают, что Германия уже не первый месяц выступает за возобновление контактов между Россией и странами Альянса.